Приветствую, дамы и господа. Видео об очередной вошите. Вошита 10 дюймов. Большая редкость, но мне снова удалось зацепить 10-дюймовую вошиту. Вошита в коробке. Коробка древняя, я бы ее поменял. Размер 250 на 40 где-то 3 и на 25 полный дюйм, где-то 25. Около 25 миллиметров, может 24,5, может 25,5, я сейчас точно не помню. Сделана одна фаска для мусата, ну, чтобы работать как на мусате. Я считаю, что одна сторона доведена, как мне кажется. Как мне кажется, на мой взгляд, до рабочей шероховатости. Эта сторона просто прошлифована, то есть она несколько более грубо сделана. Выровнен камень с двух сторон, полностью готов к работе. Камень промасленный, как вы видите, насквозь. Значит, по качеству, качество это Lily White. Уровень Lily White. Естественно, это 19 век, середина 19 века. Вот. Вошита, ну, замечательная. Она не будет засаливаться, она не будет... Она большая для тех, кто любит большие вошиты. Почему я именно ее взял? Ну, опять-таки, за ее размеры, потому что 10-дюймовые вошиты не так часто у меня и появляются, поэтому в отличие от, опять-таки, ну, то есть я их беру в любом состоянии, хотя и те, кто смотрят мой канал, они знают, что я не особо люблю прям полностью замасленные вошиты притаскивать, потому что можно взять вошита, которая не была настолько ушатана. Однако, то, что ее промаслили за 150 лет, абсолютно никаким образом не влияет на ее рабочее качество. Наоборот, она не будет засаливаться, ее уже не надо пропитывать маслом. А с другой стороны, пускать ее типа на кухонные ножи, ну, после этого надо просто более тщательно мыть, потому что там за масло за вот эти 150 лет, одному Богу известно. Если это вошито запускается на столярку или на там... Ну, просто вы более щепетильно смотрите, то, по крайней мере, или просто в коллекцию, то вот этот камень вполне себе достойный. Вот, потому что, опять-таки, порода прекраснейшая, состояние прекраснейшее, размер прекраснейший, огромное, вошито с хорошим просветом, с хорошим всем. Продаваться. Продаваться она будет, как всегда, в группах Фейсбука, либо пишите мне в личные сообщения Фейсбука. Либо в личное сообщение Инстаграма. Что еще можно рассказать? Ну, как бы, практически коллекционный вариант, опять-таки, это то ли вторая, нет, не вторая, третья. Третья 10-дюймовая вошита за всю мою историю. Очень редко они появляются. Давайте ближе покажу. Сейчас хорошее освещение. Видите, зернышко к зернышку. Бомба. Бомба. Будет моим любимым камнем для заточки, для подточки моих ножей. До тех пор, пока правильно, не появится еще какой-то новый камень. На самом деле уже гонял на ней, получил массу удовольствия. Быстрая, бархатный, восковый эффект. Но он, скорее всего, наверное, опять-таки от ее определенной замасленности. Вот. Но классная, классная каменюка. Вообще классная каменюка. Кому хочется большой камень середины 18 века, вы можете обратить на нее внимание. Также есть вошитые более дешевые, есть трансы, есть у меня пару идвалов на доводочку, есть Чарли. Короче говоря,
как всегда, по всем вопросам селекции и покупки точильных камней обращайтесь в личное сообщение Фейсбука, либо, да, ссылки есть в комментариях к видео, либо в личное сообщение Инстаграма. В общем-то и все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.